Конкурс «Дети читают стихи». Гординская Софья, 10 лет. Город Мытищи, лицей номер 15. Мария Агафонова, «Времена года». Мне хотелось низко-низко поклониться пианисту. Я сидела и смотрела, как плыла его рука, как по речке музыкальной, бесконечной и зеркальной. Вдруг взлетали в воздух стрелы и пронзали облака. Вдруг серебряные метели закрутились карусели и посыпались монеты на сугробы и дома. Я увидела, как иней провода на ель накинул, как покрылась снегом ветка и шагнула в дверь зима. Но как только я озябла, луч блестящий, словно сабля, неожиданно красиво и решительно блеснул. И услышала я гаммы, груз сосулек под ногами, воздух нежный стал и синий, и узнала я весну. Но потом так получилось, я под ливнем очутилась, очень теплым, мгновенным он пролился и исчез, и уже передо мною разноцветную стеною. Будто дивное видение встал на миг осенний лес. Было чуточку тревожно, и услышать было можно каждый вдох и каждый выдох опадающей листвы. Но опять запела вьюга, застучалась, как подруга, и букет последний высох из листочков и травы. Мне хотелось низко-низко поклониться пианисту, и сказать ему хотелось очень добрые слова. Мне хотелось, чтобы радость навсегда со мной осталось, чтоб как сон не улетело ощущение.